Фабио Капелло ведет себя, как будто русский болельщик, для него никто. Он не... Ну, это я здесь решаю. Я ты не решаешь. Мо ты ебаная, блядь. Любому тренеру необходимо давать какое-то время. У Фабио Капелло, конечно, когда он пришел, в общем-то, в качестве тренера нашей сборной, оно было, безусловно, он справился с первичными задачами, да, то есть это выход на чемпионат мира. Для того, чтобы воспитывать и иметь хорошего уровня игроков, не нужно иметь только одного хорошего тренера у сборной, нужно иметь для этого площадки. Я имею в виду, что чтобы больше было детских клубов, секций и так далее, и так далее. Вот молодежь это должна. У нас же ведь все-таки 140 миллионов, и среди них наверняка есть люди одареннейшие. Он великий тренер на самом деле, но не повезло нам. Очень хорошие игроки, там все-таки Бельгия, даже Корея меня удивила, как ни странно. Вот, Алжир как играют, да? Ну все, вот, Бразилия 7-1 проиграл. О чем речь идет? И вот сейчас, ну, Капелло уберем, ну, допустим, да. Потом мы не выйдем на чемпионат мира еще 20 лет, да. А вот Капелло плохо тут тренировал, а те вообще не выйдут. Ну, может, объективно сейчас вот по уровню футболистов, по уровню футбола, мастерства там. Ну, кто из наших футболистов хотя бы один европейского уровня? У нас есть хотя бы один футболист европейский? Ну, есть он или нет? Ну, нет, наверное. Вот сколько у нас тренеров были, они все иностранцы. Ну, приехали, бабки отработали и уехали, да, заменили. Третий, десятый. Давайте Шойгу поставим. Он все организовывает хорошо. После него все будут играть хорошо.